прошлом году в конкурсе «Народный доктор» Ленинский городской округ уже заявил о себе. Уверенную победу на областном уровне одержала хирург Видновской клинической больницы, помогающая пациентам побороть страшные последствия диабета, Мария Елисеева. Всегда нужно давать шанс человеку на сохранение конечности. На днях на портале «Добродел» появился раздел, где жители Московской области могут выбрать «Народного доктора» 2021 года. Участие в конкурсе принимают абсолютно все врачи региона. А у пациентов есть возможность отдать предпочтение самому любимому и грамотному специалисту. Достаточно зайти на портал, выбрать свой муниципалитет, в нашем случае Ленинский округ, найти желаемого медработника и отдать ему свой голос. Многие жители говорят, что врач от Бога, да, то есть это тот врач, который, наверное, во-первых, профессионал в своем деле, который в действительности оказывает очень качественную, квалифицированную медицинскую помощь. Он не только профессионал в своем деле, но он еще человек должен быть добродушный, отзывчивый, там, милосердный, с добрым, как говорится, сердцем, к которому приходят и говорят спасибо. И я считаю, что в нашей вот Видновской районной клинической больнице, да и вообще в Ленинском городском округе, таких врачей немало. В списке кандидатов на звание «Народный доктор» в разделе Ленинского округа представлены специалисты Видновской районной больницы, всех поликлиник, амбулаторий, а также стоматологии, психоневрологического диспансера, перинатального центра. Всего порядка 500 врачей. Проголосовать можно лишь раз за одного единственного участника. Мы очень призываем наших жителей все-таки не остаться равнодушными среди нашего района, чтобы наш район как бы не запал в этом голосовании, а проголосовать за наших врачей. Это и для нас оценка, как оценивают наши жители, наших докторов. И когда, конечно, наши доктора все-таки выигрывают данные конкурсы, это очень приятно. Голосование завершится 1 декабря. По итогу двое кандидатов со всей области, набравшие наибольшее количество голосов, удостоятся званий «Народный детский» и «Взрослый доктора». Им вручат соответствующие сертификаты и выплатят денежное вознаграждение. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. Даже